В Дагестан поступила первая партия новых машин скорой помощи. Всего более 40 единиц. Среди них 8 реанимобилей. Это машины класса С, которые уже полностью оснащены всем необходимым реанимационным оборудованием. Остальные машины класса Б. Ожидается поставка еще более 65 карет. Всего до конца года медицинские учреждения региона получат 108 машин скорой помощи. Транспорт был закуплен за счет средств, выделенных из регионального бюджета. Среди новых машин, которые будут спасать жизни, авто на базе ГАЗ «Соболь» и реанимобили «Газели Next». Отметим, поставок такого объема в республике не было много лет. По словам министра здравоохранения республики Джамалудина Гаджиибрагимова, эти автомобили обладают высокой функциональностью, имеют хорошую проходимость и отличаются удобством управления.